Сейчас Настя у нас позовет масленицу, так как звали ее. Масленицу обязательно надо позвать, а то она еще и не пришла бы. На Масленицу одна из таких главных традиций – ездить в гости. Неважно, там, к теще на блины или просто к родственникам, друзьям. И это зафиксировано, конечно, и в песнях. И дорогая – это наша Масленица.